Вскоре в центре Уссурийска появится новая благоустроенная территория благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Сквер на улице Плеханова в прошлом году стал лидером народного голосования. Общественные наблюдатели встретились с подрядчиками и обсудили планы предстоящих работ. По участку разобрались, да, чья земля? Земля была? Она сначала была передана в пользование предпринимателя, а на сегодняшний день мы ее уже забираем себе, и здесь в планах сделать небольшую аллею в честь погибших детей Донбасса. Преображение бульвара начнется с замены брусчатки, установки новых лавочек и урн, обустройства детских площадок. После на территории появятся зеленые насаждения. Все работы планируют завершить 30 августа. Конечно же, будет высадка нового озеленения. Разработан прекрасный проект, план, и разработчики у нас не просто обычные люди, да, а люди, которые знают, где что посадить и какой цветок за каким должен быть расцвести. Далее комиссия направилась на следующий объект, к 25-й школе. Здесь в прошлом году по результатам народного голосования конкурса «Твой проект» появился новый сквер. Теперь же на территории планируется установить баскетбольную и волейбольную площадки, воркаут-комплекс, новые уличные тренажеры и рукоход. Сейчас идут работы по уплотнению грунта и отсыпке места строительства скальником. 30% работы уже выполнено. Обещают, что чуть-чуть опоздают. Честно признались, а здесь в ходе работ было выявлено, что грунт не той фракции, на которую они рассчитывали. Им приходится дополнительно завозить сюда окол, трамбовать. Это дополнительные работы, которые, соответственно, растягивают срок выполнения. В 2023 Минстрой России признал Уссурийск территорией с благоприятной и комфортной городской средой. Благодаря национальным программам с каждым годом преображается большое количество мест в округе. Диана Мазур, Роман Адонин, Телемикс.